Сочи пьяный муж зарезал бывшую супругу, заподозрив ее в неверности, на глазах у ребенка, а затем хотел покончить с собой, но передумал. 23 ноября 2023 года подозреваемый прибыл в квартиру по улице Альпийской, где проживала бывшая супруга и их совместный малолетний сын. Открыв имевшимся при себе ключом дверь, мужчина вошел в квартиру, где принесенным с собой молотком нанес множественные удары по голове и телу женщины, а после причинил ножевые ранения. В результате причиненных травм потерпевшая скончалась на месте. В квартире также находился малолетний сын подозреваемого, он не пострадал. После совершенного преступления подозреваемый вышел в подъезд и на лестничном марше предпринял попытку свести счеты с жизнью, но реализовать задуманное не смог. По уголовному делу следователем СКР проведен тщательный осмотр места происшествия, назначен полный комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. В настоящее время подозреваемый задержан, он доставлен к следователю для допроса. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. С учетом характера преступления подозреваемому будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает СУ СК «По краю».